больной вопрос, и он на самом деле очень актуальный, потому что все больше и больше я вижу, что люди им задаются. Почему я не люблю людей? Ну, я, в общем, нормально к ним отношусь. Это вопрос. Действительно, многие люди испытывают эту проблему с невозможностью получить положительные эмоции от взаимодействия с другим человеком. Но когда мы получаем положительные эмоции от взаимодействия с другим человеком? Когда он делает что-то, что нам нравится, что нам приятно, там, что нам интересно и так далее. Если он этого не делает, то мы фрустрируемся, нам неприятно, и мы говорим: «Я не люблю людей». Это вообще симптом нового мира, где растет одиночество, где снижается талант к социальному взаимодействию, где снижаются социальные навыки. И если вы начали в себе это чувствовать, что другие люди кажутся вам просто невозможно на них смотреть, проблема в вашем собственном социальном навыке, в вашем отношении к себе. И вполне возможно, вас это устраивает. И я не против, если весь мир идет в одиночество, то почему бы, в общем, нам не возглавить эту колонну? Но если это вас почему-то беспокоит, то в этом случае надо понимать. Первое. Нас никто не обязан любить. Б. Никто не обязан соответствовать нашим ожиданиям. С. Интересное находится вне нас. И вот если вы эти три пункта осознаете, то в целом, даже преодолевая какой-то дискомфорт во взаимодействии с другими людьми и проявляя к ним искренний интерес, вы вполне возможно сможете увидеть в них что-то, что будет вас радовать, что будет для вас важным.